Руслан Кацаба оправдан. И я сейчас не вижу по украинским СМИ, чтобы это было новостью номер один. Когда кому-то в рожу дали из социально близких, это да, это надо возить несколько дней. А сейчас я могу себе представить состояние этих шлюх от журналистики, которые в свое время глушили его, рассказывали о том, что он такой-сякой, а сейчас смачно утерлись. Я могу представить себе состояние этих... которые молчали долгое время, в то время как некоторые международные организации делали вид, что они очень сильно отстаивают сидящего ни за что Кацабу. Но я не думаю, что это победа. Извините меня, я не думаю, что это победа. Сколько там ему спасли? Там месяц оставалось, да, сидеть? Два. Оправдание — это круто. Это не то, что там он там отсидел, а потом ему как-то там что-то списали. Да, его оправдали. Он был невиновен. Но кто, какое падло вернет те годы, которые он провел за решеткой? Кто вообще может оценить нахождение за решеткой? Кто может оценить, когда тебя отняли свободу? Вот Порошенко не хочет своего сыночка оторвать от сиськи и отправить, не в фуфловый, типа АТО, да, с личным фотографом на день, а вот в тюрягу не хочет, нет? Ну и остальные не хотят. Да, конечно, не хотят, кому это надо. В любом случае, посмотрим, что будет дальше. Я очень бы хотел надеяться, что никто не прогнется под изменчивый мир ради того, чтобы его больше не трогали. Я думаю, что правда стоит того, чтобы за нее бороться. Ну, вот так вот, короче.